Hey there! A footage for this video was provided to us by our friends from the Northern Lights YouTube channel. These guys live in Russia and are searching for the dead soldiers of World War II in the Leningrad region. With their help, hundreds of soldiers who were missing in action have already been found. Find a link to their channel in the description below. Небольшой альбом даже есть, не один. Тут ребята тоже занимаются раскопками, поднимают бойцов. Вот фотографии с Невского пятачка. Это прямо вот возле домов, возле частного сектора. Сразу же два бойца было найдено с медальонами. Интересную дореволюционную бутылочку нашли. Петр Смирнов, конечно. Тут даже орлы видны, три орла. Трехзвездочная, наверное, типа. Петр Смирнов в Москве. Ну так вот, прикольно, даже еще этикетка тут с латинкой осталась. Неплохо. Затвор. ППД, да, Илюх? Угу. Смотри, как сохранился-то, да? А ППД самая была? А, она кислая. Чего, зачем? Да, внутри был в масле, поэтому сохранился. Ну, даже смотри, 3D-хранитель тут сейчас упадет. Да. Засунь его, пожалуйста, на брат. Это руки не мои. Да. Да, нормально. Лебедку? Да, это вот сам. Прикольно? ППД, точнее. Все, что от него осталось. Да, посмотрим поближе, что ребята тут подняли со дна. Вот якорь кованный, какой-то древний, с каким-то тиснением здесь. Тоже какие-то современные. Это какой-то тоже самопал тут. Ну и чуть-чуть войны, соответственно. Это же Невский пятачок. Пляшка, котел. Не-не, мы малым пойдем. Вот один уже на исходе. Да, надо его чуть-чуть сюда, к нам поближе. Подтащите его в воду. Подать воду? Да, да. Такси.
самого младшего научного сотрудника. Да. Ну, самого здорового. Он говорит, зачем лебедка, я так его вытащу, дайте мне только это, ну, рукавицы. Сейчас глянем. Три раза глушитель прижариваем. А, да, да, идет, ты глянь. Хорошо, хоть мотоцикл у нас. Рыба выпрыгивает, он, смотри. Появился, наконец-то, наш якоречек. Видно, что он очень старый, кованый. Вообще ничего не видно. Похоже, Петровский, да? Не знаю. Посмотрим сейчас. Он вообще люто обросший. Ну да, да. Давайте, навались там! Ну да, его поел, это нормально так, да? Это короста больше. Короста, да? Что, подсдувается уже, да? А? Мешочек. А, а ты? Можно видеть, как потихонечку по дну он ползет. И вот мы наблюдаем довольные лица тех, кто поднимал эту здоровую фигурину. Сука, лапы-то разогнуты. Разогнуты, я сказал. Ползет. Он вертикально должен стоять в этом случае. Да, 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 да. Ползает потихонечку. Нормально уползает. Смотри, не широкий. Я думаю, его греть гнуть не стоит. Нет. Так, ну, и да, оставим. Конечно. Ну что, там нормально? Отлично. Давай. Еще 500 ведер и золотой ключик наш. Ну, рейтер. Офигеть. Очень хорошо. Нормально, нормально, да? Да. Красота? Да. Сейчас отобьем его еще чуть-чуть. Да, блин.